Всем привет, добро пожаловать в новый челлендж, где мы будем проходить новую карьеру от 1 до 10 уровня, карьеру дизайнера, интерьера или просто дизайнера. В общем, это все связано с новым дополнением «Идеальный ремонт» или «Ремонт мечты», или «Дизайн мечты». Ну, какое-то немножко незапоминающееся название нового набора. В общем, все, что связано с ремонтом, с дизайном. Вышло буквально на днях новое дополнение, и я хочу попробовать в лайв-режиме прокачать своего сила в новой профессии. Она открытая, поэтому можно понаслаждаться. К тому же она связана со строительством, что связано с моим каналом. В общем, все совсем связано. Я решила как раз-таки эту профессию пройти вместе с вами. И мы сегодня постараемся сделать два ремонта. Для того, чтобы пройти эту карьеру, я создала вот такую прекрасную девушку Ханну, которая со своей собачкой живет, Бонни. И они у нас живут в квартирке, которую я создала заранее. Видео уже вышло на моем канале, можете его посмотреть. Мне его, эту квартиру надо все-таки будет немножечко подправить. Я там нашла кое-что, что нужно немножечко изменить. Но сейчас в режиме жизни все это будем делать. Так вот, вот наша главная героиня, такая вот она симпатичненькая. Ну, это по моим меркам, конечно, я думаю, для каждого будет по-своему. Я ей создала, кстати, несколько комплектов одежды, чтобы она у нас постоянно в разном была. Это такая интересная практика, которую не так давно начала, потому что раньше у меня всегда был один комплект, и как бы синий так и ходил в нем. А потом я как-то для кого-то создала второй комплект, в общем, для чего-то я делала второй комплект, и Сим, оказывается, сам стал переодеваться, и это прикольно, я считаю. Так, давайте сразу назначим, чтобы она напомнила, и составит историю, потому что я это забываю регулярно. Вот такая вот, кстати, у нас квартирушечка, такая небольшая, обставлена как раз-таки с использованием нового дополнения, кое-что здесь, кое-что там, не все, но многое. Единственное, что наша квартира вот такая вот с такими штуковинами, здесь будет мышь бегать, придется постоянно, наверное, вызывать арендодателя. Может, мы сами справимся, конечно. Вот этот уголок, кстати, мне понравился, как он получился, с стеной диван. Ах, класс. Мне очень нравится, как Симы тут лежат, я уже видела в обзорах. Мне интересно, собака будет лежать на этой мамке или нет. Так вот, я бы хотела, на самом деле, вот этот шкаф убрать, он мне не очень как-то... Ну, то, что он мне не нравится, я люблю вообще этот шкаф, но я хочу поставить ей, как называют, мольберт. Потому что она занималась рисованием, она, в принципе, это любит. Я же создала персонажа уже с новыми этими... Наверное, творец, веселая, уважительная и мыслитель. Творчество, вот, в творчестве. Так, она у нас любит... музыку в жанре ретро, летнюю музыку, музыку с острова. Также она, ей нравится фотография, кулинария, рисование. Ей нравится актерское мастерство, видеоигры и пакости. Вот такая вот она у нас. Цвет ей нравится оранжевый, желтый и зеленый. Мне нравится черный. И стиль ей нравится модерн 50-х и минимализм. Я не знаю, какая у нее квартира в таком стиле. Но посмотрим. Так, здесь ничего нету, пока что. Ой, а что это она у нас? С не очень хорошей репутацией. Еще ничего не сделала, уже не очень хорошая репутация. Так, тогда она у нас наполнит мисочку, и мы будем находить карьеру нашу, устраиваться на работу. Найти работу. Ищи работу. Так сначала мисочку наполнит. Потому что вот эти вот отдельные штуки, это очень прикольно. Это очень современно, потому что в жизни такое как бы оно есть. Это дело. Ну, давай, наполним. В последнее время Сима так все медленно делают, разумеется. Ну, после того, что они могут зависать на каких-то действиях чаще, чем... А что она пошла туда, я не понимаю? Где она вообще? В туалет пошла? Где она? Ханна? Да, она пошла на вход. И смысл было возвращаться. Так, знать толк в дизайне, иметь хорошие отношения с клиентами, открытые вакансии. Ладно, тут больше ничего не сказано. Что-то странно, что нет никаких особых навыков, которые мне нужны. Так, нет, не хочу с тобой разговаривать. Так, выбрана карьера, потом нам не надо. Так, заурядная репутация, у нас продуктивность так себе. Давайте выберем первую работу. Так, а вот непонятно, почему здесь все уровни. Мы же можем только что-то одно вообще. Вот как бы доступно нам одно, а открыто все, типа.
А это почему? Это будет более высокий уровень карьеры дизайнера. Ну, короче, только это открыто. Еще я, кстати, посмотрела по другим товарищам, которые уже пытались проходить. Они... Проблема состоит в том, что непонятно, когда вот говорят комнаты, непонятно, какая комната. Я думала, что я на паузу поставила. Вот. Как бы, типа, комнату нужно, но не указывают, какую. Как так вообще? Так, у нас рабочее задание. Что нам тут написали? Багаж персонажа по имени Харль, добавлена новая карта памяти, используйте ее для хранения фотографий, сделанных во время работы дизайнером интерьеров. Кстати, давайте попробуем сразу, наверное, купить камеру получше. У нас тут есть деньги, где у нас тут купить подарки, купить магазин, купить подарки. Так, чтобы нам сразу делать немножко лучше фотографии. Вроде бы здесь возможно это делать. Два стоит какие-то есть. А, надо, кстати, этот. Я жадная девочка, не купила ничего для собаки, никаких игрушек. Так, для детей игрушки, для собак игрушки. Так, вот. Ой, а что он такие дорогие? В связи с невысокой стоимостью эту камеру в основном покупают в подарок, не к фотографу. За качество фотографии слегка лучше, чем на телефоне. Эта камера быстро оседает. Не помню, тоже всего покупают дальние родственники, которые не желают тратить на игры. Ну, ладно. Вот, ладно, подзаработаем денег и купим вот эту комнату. Что детский? Ой, точнее, как раз-таки не детских, а собачьих нету. Никаких игрушек. А, вот мяч. Питомцев. Давайте две питомцев купим. Это что, я ничего не взяла. Просто питомца. Вот, и это тоже. Надо пищать. Ну, положим ее в зале. Чтобы она не пищала, да. Все? Целых 10 миллионов потратили на это дело. Так, давайте открывать наша карта памяти. Игрушка раз, и игрушка два. Ну и, в принципе, все. Сейчас я тогда... Ну, у нас воскресенье было, в понедельник мы должны идти на работу. Мы сейчас тогда проведем воскресенье. Наверное, заменю тогда вот это... Сюда поставлю обед. Позанимаюсь еще рисованием, потому что вроде как сюда ничего в эту карьеру не надо, что очень странно. Я немножко разобью художественные навыки, я не буду, наверное, продавать за деньги картины, потому что так мы слишком быстро разбогатеем, и будет интересно. Но я попробую проверить, можно ли свои картины вешать клиентам. Это интересно. Проверим. Вот как раз завтра прямо проверим. Сейчас заставлю Ханну парочку картинок нарисовать. Все, давайте встретимся завтра. Итак, перед тем, как мы окунемся в мир новой профессии дизайнера интерьеров, я хочу, чтобы вы проверили свою внимательность. Это очень простой тест, который вам покажет, достаточно ли вы внимательны или такие, как я. Перед вами кухня, вроде бы красивая, обставленная, есть и украшения, есть и полочки, всякие скляночки, баночки. Чего не хватает на этой кухне? Чего же? Чего же? Есть плита, есть раковина, есть стол и стулья. Нет холодильника. Холодильника, блин, нету. Я забыла холодильник, вы представляете? Со мной такое редко, но бывает. Почему-то именно холодильник я периодически забываю. В общем, у нас, у нашей барышни нету холодильника, поэтому вчера мы питались в лавке вот здесь на площади, в общем. Сейчас мы тоже это будем делать, потому что у нас нету денег на холодильник. Нам нужно сходить хотя бы один раз на работу, чтобы купить холодильник. И я еще такая классная, типа, ой, я буду рисовать картины и не буду их продавать. Нет, я такой альтруист, я буду их вешать в домах своих клиентов, пусть они радуются. А то, что за эти картины, чтобы создать их, нужно платить, ну, типа, за холст, за краски, я забыла. Молодец. Пришлось поэтому продать несколько картин. Она нарисовала, по-моему, штуки 3 или 4. За вчера в итоге осталась у меня одна, как бы это был круговорот картин в природе. То есть я продавала, рисовала новую, продавала, рисовала новую. В общем, как-то так. Так, наша Ханна еще спит, но она на самом деле сейчас проснется. Сейчас она сходит в туалет и, наверное, душ примет. Хотя вроде не сильно нужно, но давайте пусть она сходит в душ. Настраивающий на размышления. Вот, а еще я забыла о том, что, конечно же, животные в квартире это немножечко иное, чем животные в доме, потому что с ними нужно ходить гулять, иначе они будут делать лужи, потому что когда они в доме, они все равно туда-сюда гоцают,
и какие-то там лужи появляются, исчезают, но это не так напрягает. А с этой собатюлей пришлось вчера гулять. Я забыла, что вообще так нужно делать. Вчера еще был дождик. В общем, идеальная погода была для прогулок. Так, где? Площадь где-то у нас здесь есть. Что там у нас? Нет, я не хочу задуматься об образовании. Это уже поздновато. Я уже работаю вообще-то. Нет, конечно, образование никогда не поздно. Если я захочу поменять профессию, я обязательно схожу. Так. А здесь никого нету, да? Нет, есть, слушайте, открыто. Обалдеть. О, как классно. Кстати, а у нас вчера что-то другое было. А что здесь только чай? Я не поняла. А что есть поесть? А если есть хочется? Кому? Кое-кому? У кого нету холодильника, а? Что делать-то человеку, у которого нет холодильника? А что ты не нажимаешься? Что там рассказывает? Заманивает своим яблочком. Налетай на яблоки капусточку. Так, где она уже идет? Уже скоро, ну, через 3 часа на работу. Ну, пока она дойдет, пока она закажет. О, можно заказать, слушайте. Заказать только напиток, серьезно. Ну, серьезно. Вчера здесь можно было что-то другое купить. Видимо, какой-то... А, фестиваль вчера был. Ах ты ж, ёшкин кот. Ну, давай хотя бы выпьем что-нибудь. Может быть, чай, кофе. Серьезно, вообще ничего нет. Ой, это немножко... Ну, давай овощи погрызем. Может, хотя бы яблоко она купит. Не знаю, поест. Это, конечно, подстава, но нам нужно дожить до окончания первого заказа. Нужно хорошо сделать заказ. 48. Груша стоит? Серьезно? Лимон, луковицу? Мы луковицу не будем. Давай банан съешь. Давай съешь банан. Чтобы хотя бы от голода, блин, не умереть. О, я очень разумный человек. Давай ешь. Ешь свой банан. Банан на завтрак, это, конечно, не очень хорошая идея, но что поделать. Когда другого выхода... О, нету, немножко она... Все что ли? Серьезно? Ну, давайте чай выпьем, может, как-то взбодрит нас. Чай с ромашкой, чай с бергамотом. О, давайте чай с бергамотом. Я обожаю, например, чай с бергамотом. Значит, взбодрится, может, у нас какой-нибудь мудлет появится, я уже не помню. Что за что отвечает, но за что-то отвечает каждый чай, насколько я помню. Насколько я знаю. Это наш чай, нет? А что она его не берет? Вроде поставила. Или это наш чай? Все хотят чай или кофе. В зелененьких это, наверное, чай, да? Слушайте, ну время еще так много. Наверное, придется все-таки еще что-то съесть, потому что, мне кажется, она вообще не наестся, не напьется, ничего. А, нет, повышается. Я не знала, кстати, что чай повышает. Голод. А, и все, типа, да? Ясно. Давайте еще купим фруктов. Еще, наверное, ну, яблоко купи уже, а. Или там нет яблок. Мне кажется, пару яблок, и она будет то, что надо. Так, гланат. Ой, яблоки дорогие, слушай. Ну, придется купить, что уж поделать. Что уж поделать, раз я такой разумный человечек. Так, где наши яблоки? Уже купил яблоки? Да, она купила яблоки. Ну, ешь свои яблоки. Сейчас еще чуть-чуть, и мы пойдем уже на работу. Можно, кстати, пока... А, вот. Можно поупражняться, кстати. Уничтожить картину. Так, начинается. Ага, через час. Уфу-фу. Страшненько как. То есть ешь ты еще яблоко. Я ж что, его зря я купила, что ли? Все, давайте. Отправляемся на работу. Ах, страшненько, но поехали. Счастливая Ханна. Она напилась чая. У нее все хорошо. Она вдохновленная. Это прекрасно. А я немножко нервничаю, честно признаться. Нам тут что-то рассказали. В работе дизайнера интерьеров важно сделать фото до и после. Вы можете... Так, нет, нам это не надо. Мы потом, кстати, хороший фотик купим. О, голубь. Ого, какой голубь. Слушайте, у нас прям... Смотрите, какой у нас крутой дом. Я никогда, мне кажется, не была в этом доме. Так, ну что ж. Очень красиво тут. Прям. Я люблю вот эти дома. Это... Я забыла, как этот город называется, в общем. У меня здесь раньше была пекарня в этом городе. Ну, давай уже стучись. Времени уже сколько? Уже 10:30, с 9 должны были. Нам очень нужна эта работа. Нам очень нужно, чтобы нам заплатили 547 миллионов, потому что у нас нет холодильника. Нам очень нужен холодильник. Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Так, давайте изучаем, кто у нас здесь есть. У нас здесь есть такая сильневолосая девушка. Подросток. Хорошо. И кто у нас здесь есть?
Ой, смотрите, как прикольно сделано. Интересно. Так, еще у нас он, подросток же не может один жить. А вот у нас еще барышня. Молодая, кто же клиент? Кэнди Бэр. И все. Вот два человека. И как бы все. А сколько у нас, кстати, бюджет? Ну, 2000 миллионов практически. Ну, давайте. А что нам нужно делать, чтобы вежливо познакомиться? Прощаться нельзя с клиентом. Давайте сначала с ней вежливо познакомимся. Ой, какая она симпатичненькая. Что-то смеется. Что-то такое смотрит. Привет, привет. Ты кто у нас? Юки Бэр. Так, вежливо познакомилась. И с тобой давайте познакомимся вежливо. Нам нужно прям хорошо с ними. С ними же нужно, по-моему, просто общаться, да, и тогда они как бы, ну, типа, расскажут о своих голосованиях. Я уже забыла про этот, про нашу окажень. Так, с ней мы тоже вежливо познакомились. Хорошо. Что нам нужно делать дальше? Попросить показать. Ага. Прям интересно, как у меня словарный запас прям блещет. Давайте, общайтесь. Туда-сюда. Хорошо, когда два клиента. Можно с ними обоими сразу общаться. Да? А ты просто болтаешь, да? Нет, нам не просто общаться нужно. Нам нужно узнать их предпочтения. Пожалуйста. Угу. Вот, она достала эту палеточку. Так. Вот, они между собой что-то... Ага, не любят, не нравятся танцы. Угу. Окей. И что мы все-таки любим? Вот. Ага. И что? Мы узнали? Нет, мы ничего не узнали. Нам надо продолжать. А куда ты пошла вообще? Мы вообще-то еще не узнали. Спросить про любимые дизайны. Что-то я сегодня коверкаю слова. Это неправильно. Так. У них есть свой Pinterest, как это мило. Так, что мы любим? Катание на лыжах. Какие-то одни действия. Вы мне цвет хотя бы скажите какой-нибудь. И чего? Угу. Что-то происходит? Нет, ничего не происходит. Нам нужно что-то последнее. Они такие, узнать клиента лучше? Не обязательно. Конечно, не обязательно. Вообще. То есть, типа, стройте от балды и получайте плохую репутацию. Конечно, это именно то, что нам нужно. То, что мы хотим. Так, угу. Присела. Давайте нам третий. Рассказывайте. Нет? Так и не получила. Короче, от нее что-то не добьешься ничего. Может, она не основной заказчик? Ну, давай еще спроси. Ой. Так, ну давайте пообщайтесь еще чуть-чуть. Давайте. Ага. Вот. Давай. Нам третье что-то нужно еще, чтобы мы точно нам все понравилось. Так, вот. Ну, мы... Нравится синий цвет. Нравится катание на лыжах. И не нравятся танцы. Интересно. А почему у них, собственно говоря, диджейская установка в доме? Людей, которым не нравятся танцы. А почему здесь так странно шкаф? Окей. И мы, я так понимаю, сами должны выбрать комнату. Наверное, мы будем вот эту комнату, на самом деле, перестраивать. Что, мне кажется, если мы продадим диджейскую установку, у нас куча денег будет. Так, она хочет ванную, а я хочу, чтобы вы уже шли, потому что нам нужно... Попрощайся. Нужно... Да, я все узнала. Не буду вам мешать, до скорого. И куда она пошла? Они должны же выйти, да? Куда она пошла? Она пошла ванну принимать. Я же с ней попрощалась. Нет, нельзя ничего нельзя в доме делать этих.
Она в одежде легла, хорошо. А это тут, что она тут делает? Что это такое? Что-то я не помню такого ничего. Какие-то кубики складывает. Так, а что она ушла-то? То есть ушла, но не ушла. Короче, ладно. Ну, будем здесь. Дизайнер интерьера. Делать фото до. Делай фото до, не уходи далеко. Тут мы неудачно, мне кажется, ракурс выбрали. О, вот так вот можно. Вот тут. Эрис. Ты сделал фотографию? Нет? Нет. Вот, сделал. Как тебя можно... А, вот. Ой, кто-то залезли. До вас. Разворачиваемся. Вот, унылый коридор с этим встроенным шкафом каким-то странным. Так, фоточка. Что, все? А ну как-то уже все, да? Еще вот эту сделать сторону. Давайте. Так, все мы сделали. Так, открытый режим строительства, сделать ремонт. Фух, ну давайте. А у них, кстати, есть телек. Надо его сохранить, чтобы не покупать новый. Телеком все-таки пригодится, я думаю. А это нельзя, да, недоступен. Придется, значит, его отставить просто. А тут этот... У меня, кстати, BB Move Objects включен сейчас. Ну, то есть я у себя там что-то делаю. Он должен быть включен. Интересно, он работает? У них так темно как-то вообще. Мыло и темно. Какие-то темные шторы. Тут какой-то аппендикс странный. О, слушайте, какой дорогой был шкаф, оказывается. Так, а эта штука? Ну, 1000 стоит на амалек, на манюк. Такс. Это мы тоже продаем. Это все мы продаем. Так. Это мы тоже уберем. Вот этот, конечно, вот эта штуковина, мне непонятно. Давайте здесь попробуем сделать гардеробную. А мы не можем, да? Интересно. Можем? Да, мы можем удалять стены. Тут почему-то... А чё так? Нет, давайте вернем. Возможно, добавлю. Что? Я хочу... А я еще и эту... Что? Почему я удалила стену и теперь не могу ничего с ней сделать? Ну, я не могу теперь заново стену сделать. Так, сейчас мы осветим это все. У нас 7500. Маловато, конечно. Что-то как комната большая. Сама себя такой тильный шестовый сейчас. Так, сначала свет. Дайте мне света немножко, потому что тут так темно, как в подземелье. На улице день, а тут такая тень. Так, вот эту лампу я хочу убрать, она такая странненькая. Чё этот? Вот, светлее стало. Ага, у них тут везде одно и то же напольное покрытие. Надо не забыть, что у нас здесь стоит телек. Ну, давайте, кстати, его и будем использовать и здесь. Почему бы нет? Теперь нам нужно что-то со стенами сделать. Нам их нужно сделать на самом деле синими. Мы будем все-таки отталкиваться. Они же любят синие. Нравятся танцы. Ну, не будем ничего с танцами делать. Так уж и быть, болтали. Так. Просто синие стены. Давайте глянем, как это будет. А что он? Нет, мне не нравится. Мне это вообще не нравится. Вот это. Вот такой себе.
А здесь что у нас такой цветочек такой? Ну нет, цветочек это не то. Динь-динь-динь. Давайте что-то другое посмотрим. Клеточка тоже чересчур. Может, что-то такое. Нет, вот не нравится мне это. Вот здесь есть что-то голубенькое. О, мне кажется, вот это лучше. Так. Так. Как-то посветлее комната, смотрите, становится. Потому что вот этот вот этот темно какой-то огорчишный, он немножечко депрессивный. Но мне может казаться. А коридор мы сделаем другого цвета. Потому что надо провести зонирование. А это у нас, кстати, из нового дополнения. Пам-парам-пам-пам. Так. Что мы можем предложить? Ой, это слишком ярко. Вот здесь как раз-таки можно полосочку. Кстати, да. Вот с белой окантовочкой. А, я не хотела полосочку, но делала полосочку. А, давайте тогда клеточку здесь сделаем, чтобы... А нет сплошной раз... А, вот есть сплошная клетка. А, тин-трин. Вот сюда. Вот. Ну, по-колхозному, конечно, это выглядит. Ладно, для первого сойдет. Простите меня, пожалуйста, жители. Я надеюсь, вам понравится. Что-то я растерялась на первом ремонте. И вообще... Зато смотрите, как светло стало. Мне так нравится. Так, давайте, знаете что? Теперь нам нужно что-то с лыжами связанное, поэтому нам нужны украшения. Я хочу набор «Снежные просторы», конечно же. Потому что здесь у нас будут лыжи. Надо же как-то обозначить. Вот, я хочу вот эту штуку. Давайте у них в качестве... А что ты не хочешь? А какой объект? Ага, move object здесь не работает. Вон оно как. Давайте еще раз проверим. Я его введу. Так. Ой, нет. Move object. Угу. Он все-таки был у меня выключен. Я ошиблась. Вот. Работает. Работает. Это хорошо. Так, и теперь нужны еще вот эти штуковинки. Давайте их сюда. Раз они любят лыжи, мы им понапихаем лыж. Еще где-то вот эта штука, да, была. Точно. Нет, давайте, наверное, сюда ее повесим. Поставим. Повесим. Так, ну, я считаю, по лыжам мы отстрелялись. Сколько у нас там денег сейчас? А, она маленькая, она маленькая. Так, как раз-таки можно сюда поставить. Вот сюда. Вот сюда. А это мы чуть-чуть отодвинем. Красотень такой. А вот здесь мы сейчас сделаем гардероб. Так, для этого нам нужны... так, подключаем. Нам нужно новое дополнение. Беленький. Давайте, наверное, беленький. Так. Раз. Два. Так, у нас тут только барышни живут. Насколько я поняла, поэтому... так, украшение. Нет, не украшение надо было. Я еще не совсем запомнила, где что находится. Нам нужен шкаф. Вот. Вешалка. Изысканная вешалка. Модный профессионал. Каждый день. Все же должно быть... Совсем уж синенькая телестюра. Так, детские нет. Вот здесь немножко синенького. Так. И, наверное, вот. Как это? Вот сюда. Да. И теперь немножко вот эти штучки заполним. Так, деньги у нас еще есть. Я так давно не строила так, чтобы впритык с деньгами была. Настолько привыкла, что все безгранично. Что хочешь, то и засовывай. В смысле, покупай, засовывай. Это я подумала об этих шкафчиках. Ой, шкафчиках. Ну, коробочках. Поняли. Так, беленький. Сюда беленький. Обувь я туда не буду засовывать, потому что мне как-то странно, зачем туда обувь засовывать. Хотя в трейлере, по-моему, что-то такое было. Так, где-то они еще есть.
Вот такой, вот этот симпатичный. Вот этот. Мне, кстати, очень нравится, очень красивый дизайн сделан. Так. И, ага, у нас такой есть уже, на самом деле. Ну, давайте такую большую одну коробку. Желтую, ну, такую бежевенькую. А вот туда, на самый-самый верх, как раз-таки можно поставить обувь. Хотя, ну, конечно, странно. Ну, ладно. Так, как хитливая обувка. Мне нам нужна... Там, значит, такие простые девочки живут. Давайте так поставим им. Вот. Как зашли, так и бросили обувку свою. Так, ну, вот у нас вот так вот симпатично. Теперь надо сюда еще что-нибудь поставить. Например, вот эту штуку. Люблю ее, спасает в любой ситуации. Вот. У нас вот такой вот коридорчик. Еще бы, конечно, какой-нибудь коврик под ноги положить. Ну, недорогое что-то. Нет. Не тот оттенок синего. Еще сейчас я буду, конечно, немножечко возмущаться по поводу оттенков синего. Ну, так. Серединка на половинку, ну ладно. Так, поехали дальше. У нас здесь должен быть... Так, скройся, пожалуйста. Тут столько места занимает. У нас здесь должен быть еще какой-нибудь камин. Камины, конечно, дорогие, заразы. Это, конечно... Так, что это у нас такое? Что тут был за камин, интересно? Я уже не помню. 900. Хотя у нас есть вроде. О, давайте такой. Нет. Хотя, мне кажется, он слишком современный. Я такие обойки сделала, что у нас не очень современная получается история. Это совсем какой-то дорогой. Это еще 800. Нет, я не хочу сейчас прям тратить все деньги на этот, на камин. Этот слишком классический. Это слишком веселенький. Так, нет. Все слишком. Давайте попробуем вот этот открытый такой. Ну, вот он сюда вообще не к селу, не к городу. Давайте попробуем вот этот белый. Нет, почему не бежевый? Белый. Ну, пусть будет такой. Ладно. Ну, под окном его тоже как-то ни туда, ни сюда. Вот он странный. Может, сюда? Не понимаю, как это все. Как это все сорганизовать. Так. Идем в комфорт. Сейчас мы пока попробуем с креслами поступить. Так, давайте тогда выберем кресло. О, вот такой вот красивый, слушайте. Нам нужно, да, вот это. Нет. Нет. И вот. То есть нам нужен такой вот... Сейчас мы полукружик такой сделаем. Так. Теперь поворотик. Смотрите, какой красивый поворот. Обалдеть. Так, еще одна секция. И атаманку поставим. Так. Атаманка или пуфик? Пуфик или атаманка? Сейчас посмотрим. Так, синенькая, голубенькая. Так, какую нам часть нужна? Да, я угадала. Ну. Мне кажется, надо обои все-таки менять. Или вот такой лучше. Нет, предыдущий. Интересный оттенок такой серо-голубой. Так, отменим. Давайте тогда, да, здесь оставим все-таки, ну, типа такую зону. Сейчас мы удалимся, посмотрим, как оно все в целом смотрится. Немножко разрознено, но ладно. А вот здесь где-то нам надо телек поставить. Что-то мне не нравятся все эти тумбы. Мне все-таки не нравятся обои. Надо переделать обои, потому что они меня раздражают. Они не лепятся сюда к этим диванам шикарным новым. И что-то не то. Так, что у нас здесь есть? Что ничего на самом деле такого нету. Ну, что-то из этого может просто штукатурка. Стильненько, конечно, но не то. Хотя,
Ну вот, симпатично выглядит, кстати. А здесь просто синий стиль. Здесь белая штукатурка. Сейчас что-нибудь синенькое выберем. Штукатурный рай. Не, ну мы же выбрали свою штукатурку. Ну что-то такое нейтральное. Это металлическое даже что-то. То. Все не то, все не так. Это плитка. Панели. Что у нас тут есть? Что тут есть? Все темное, все не то. Не тот оттенок. Может, просто вот синее и все. Только с белой. Знаете, что нельзя. Ну, наверное, так. Потому что все-таки эта полосочка, она немножко для другого стиля. Вот в чем дело. К этим стильным диванам она не подходит вообще. Ну, как по мне. Давайте, наверное, здесь все-таки это сделаем, потому что... Я люблю гладко выкрашенные стены. Мне кажется, они подходят подо все. Так, ладно. Давайте продолжать с нашим центром нашей жизни сегодняшней. И выберем какой-нибудь коврик. Тут, кстати, что-то есть такое интересненькое. Мне нравится. Это сильно яркий будет. Да, по-моему, здесь большие ковры. Есть гигантские, я бы сказала. Ага, гигантские. Ну, кстати, нам подходит. Я хотела, конечно, какой-нибудь кругленький, но мне кажется, круглого подходящего и нету здесь. Единственное, что опять проблема с цветом. Все дело в цвете. Что станет такой светлый? Ну, давайте, наверное. Так, вот у нас... Вот зачем здесь окно? Вот прям вот здесь. А, мы можем перемещать? Круто. Давайте сюда какой-нибудь шкаф поставим. Так, шкафы и комоды. Какой-нибудь недорогой шкаф. Потому что у нас денег не так уж много. Тут какая-то что-то стояло, но какое-то было дорогое и несуразное. Мой любимый. 1300? Нет. Не мой любимый. Ладно. Этот красивый, конечно. Он позволяет же, да? У нас высокие потолки. Ну, не впритык. Мне хочется что-нибудь впритык. Это вообще... Ой, какой он крошечный. Крошечка. Хорошечка. Кстати, вот этот, он, конечно, не впритык, но неплохо смотрится и не очень дорогой. Вот. К нашему стильному дивану самое то. Сейчас здесь надо поставить какой-нибудь еще... Не туда зашла. Так, столы и тумбы. Знаете, такую полосочку стола. Так, что-нибудь. Вот, давайте, кстати. Они же любят у нас все такое. Я думаю, они оценят. Хотя нет, можно вернуть. Этот голубоватый. Так, украшения я всегда в конце делаю все. Теперь здесь сюда. Нам нужен стол. Я очень... Правильно выражаюсь. Ни разу не ошибаюсь. Что-нибудь нам... Здесь, конечно, новенькие столики. Классно. И это из нового... Нет, это что? Добавление, дополнение. Я забыла, как оно. По-моему, это из набора Оазис или что-то такое недавнего. Вот. Что-то средненькое. Что? Что все остальное очень большое. Интересно, они здесь пройдут? Да? 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 Правда? Я в них верю, что они здесь пройдут. Что у нас здесь по цветам есть? Не хочу прям сильно белый такой. Какой-то нарочито, да? Получается, нет. Давайте вернем обратно. Вот этот цвет будет, я думаю, хорошо смотреться. Так, теперь все-таки нам нужно куда-то разместить телевизор. Нам он все-таки нужен. И телевизор мы разместим вот эту штуку. Обожаю эти штуки. Как сундуки. Вот. Сундуки. Что ж ты, Ксения Вячеславовна, совсем растеряла все слова по пути.
кстати, неплохо смотрится, надо только немножко другой цвет, наверное, выбрать. Или серый, или белый. Вот так, а здесь, наверное, ну, сейчас мы картины повесим еще. Вот здесь что-то нужно. А, здесь я видела, вот сейчас у нас появилась такая лежаночка. Мне кажется, она будет идеально. Вот она. Вот. Мне кажется, она прям идеалищ. Сюда будет. Сейчас сюда еще цветок зафигачу. Будет все окей. Давайте, наверное, здесь тоже еще один такой столик. У нас деньги еще есть. Сейчас мы украшением все. Че я увлечение? Чем? Кто мне скажет? Так, нужна еще такая узенькая штучка. Тут есть они совсем узкие и длинные. Вот, немножко не то. Немножко то. Мы еще поищем. Ой, вот это красивое. А есть другие цвета. Так, вот. Идеально. Давайте сюда. Здесь тоже сейчас еще что-нибудь такое. Что-нибудь такое, что-нибудь этакое. Сейчас мы еще украшения добавим, и все будет вообще офигенно. Так, все, пошли в украшения. Нам это, в принципе, осталось. Сначала давайте... Нет, лампу в самом конце, потому что она мне будет мешать. Я буду раздражаться, что она висит и мешает мне. Кстати, у нас какие-то новые шторы. Вот они такие вот голубоватые, мне кажется, как раз самые коротенькие. Для подлиннее взять. А где они подлиннее? Кстати, сколько они стоят? 200. Дороговато, конечно. Ну, залез, сейчас я попробую. Вот. И, ну, где-то... где эта золотая середина? Вот, я поймала золотую середину. Так. Вот здесь не елосится. Так. Мы сейчас стол оттуда достанем. Из шкафа. Стол и шкаф. Ну, и шторы вообще-то. Так, давайте его немножко вот сюда. Так, мне кажется, так лучше будет. Вот. А вот сюда нужно какую-нибудь симпатичную картину такую добавить. Так. У нас что-то тоже новенькое было. Что-нибудь квадратное. Вот это не подойдет на самом деле. А, про животных они что-то ничего не говорили, не хочу. Вдруг не понравится. Вот, у нас есть новая квартира. Картина тоже синенькая. Давайте ее увеличим. О, я считаю, идеально то, что нужно. Из нового набора картины прям отлично. Отлично, я считаю. Так, давайте по растениям пройдемся. Вот нам сюда нужно растение. Так, давайте все-таки вытянем его. Интересно, здесь смогут пройти? Да, смогут. Что-нибудь большое и раскидистое. Сейчас их начали активно добавлять. Тоже из оазиса. Всего 50, слушайте. Отлично. В синем горшке. У них высокие стены. Могут себе это позволить. Нет, ладно, уменьшу. Слишком большое. Все-таки цвет горшка поменять. А, он под своим... Он сам себе тень, короче, создает. Не буду его. Пальма? Нет, пальма нет. Так. Что у нас здесь есть еще? Еще. У нас здесь где-то есть вот эта пальма. У нас на самом деле есть несколько пальм, которые можно... Эту пальму можно не уменьшать. Она и так не очень большая. Как раз немножко она вылазит, но мы ее, да, засунем. Так, я бы еще здесь рядышком что-то поставила на самом деле. Может, вот эту? Нет, они как-то не очень хорошо сочетаются. Эти тоже не очень хорошо сочетаются. Может, с собой же только поменьше две такие вот пальмочки. Ну, вполне себе неплохо. Давайте только другой цвет горшка. И сделаем бежевенький. Вот. Ну, как будто два разных человека. Так, хорошо. Здесь нам нужно что-нибудь поставить на камин,
Что у нас здесь есть? Ну, точно не ведро с этим. Что там, яблочки, наверное. Что-нибудь нам здесь нужно поставить. Горшочек какой красивый. О, какого он красивого размера-то. Вот, я считаю, о, смотрите, как идеально они сочетаются с этими шторами. Вот, давайте его сюда поставим. Красавчик. Красивый, слушайте. Вообще, обалдеть. Так, снежинка. Снежинка не нужна. Так, утку нет. Поросенка не хочу. Курочка. Еще одна, кстати, вазочка. Нет, не то все, не то что-то, не то. Ну, это, кстати, мы на этот, на стол можем поставить. Вот на этот. Тоже будет неплохо. Так, у нас заканчиваются деньги. Нам нужно как-то собраться в кучу. Так, нам сейчас женщина все сожрет. Все наши деньги. Интерьерные. Так, ладно. Украшения. Здесь есть эти растения не очень дорогие. Вот эту вазу одну можно поставить вот сюда. Поднимаю ее. Так будет парить. Видите? Стоит. Как будто на самой краешке стоит, но на самом деле нормально стоит. Так. Давайте еще сюда вот поставим. Уже будем немножечко ужиматься в наших финансах. Так, ну давай сюда. Еще вот это поставим. Ну, соу-соу, конечно, ну ладно. Сюда можно, на самом деле, книжки еще. Вот книжка, раз. Книжка, два. И книжка. Три между ними сейчас будут. Петь. Все. У нас накопили книги. Так, что там? Вот, нам сюда что-то нужно поставить обязательно. Иначе это будет как-то грустненько. Украшение. Так. Что-то нам нужно поставить. Что же нам поставить? Ну, давайте вот эту штуку. И все, что ли? Да, у нас деньги заканчиваются. Так, нет, ничего понравится. Нет, мне понравится. Потому что... Мне, в принципе, нравится. Я бы еще немножко больше украшений добавила, но у нас уже финансы не особо позволяют нам это сделать. Но, в целом, мне кажется, очень даже ничего. У нас, конечно, этот коридор получился более насыщенным. Давайте тогда еще какую-нибудь картину вот сюда повесим. Уже есть какие-то еще такие полуплакатные истории? Не очень дорогие. Тут что-то тоже голенько. Так, плакаты. Все что-то не то. Вот симпатичная картинка, мне кажется. Вот, лучше на эту стену. Конечно, в темном этом. В рамке, по-моему, здесь нельзя. Нет, нельзя. Нельзя. А вот эта штука. Ну, недорогая. Ага, мы вышли за бюджет. Что-то меньше 107 миллионов нам нужно. Что-нибудь. Меньше 107 миллионов. Мы сейчас что-нибудь найдем. У нас есть еще вот эти вещи. Так, сейчас мы все-таки найдем. Перечислено не нужно, тоже нет, все не то. 80. Ух ты, что эта картина стоит 80 всего 7 миллионов, серьезно? Она такая большая, обалденная. Смотрите, какая штуковина. Если ее уменьшить, повесить сюда. Немножко ни к селу, ни к городу, но вполне себе. Я считаю, как бы все, 18 миллионов у нас осталось. Ох, ладно. Так, все, я переключаюсь. Страшненько, конечно, но что поделать. Так. Ага, я сходила. Режим строительства. Теперь нужно фото. Так, после. Какие долги нужно после. Как же теперь еще и ракурс подгадать-то? Это он для меня уже? Нет.
Можно, кстати, больше фоток сделать, прикольно. Так, сильно отъехали куда-то. Ну, пусть будет так. Неудачная фотка получится, ладно. И все, и вот у нас такой был ракурс. Нет, не хотела наклоняться, я хотела... Куда я хотела? Вот сюда я хотела. Здесь же была эта диджейская установка. Нет, что-то я сильно повернулась. Вот, вот так. Хватит. С нас фоточек. Ну что, мы сейчас будем делать коллаж? А что-то ручки растопырила. Стоит красотка. А как нам этот коллаж-то сделать? Что-то все время хочешь поволнать. Нельзя ничего делать в этот. Так, и что? Продать издателю, отправиться на место с продавита, добавить фильтр. Да не хочу я ничего. Мне надо создать... Вот, коллаж. А что тут одинаковые фотографии что-то сделаем? Вот этот угол у нас. Я не сделала. Обалдеть. Как-то и неудачно, ладно. Ну, вот как-то так. Так, ну что, приглашаем? Не, а что нам? А как там? Подождите. Показать клиент, выполнив ремонт. Предпочтение. Вы нажмите на персонажа дизайнера, воспользуйтесь телефоном или панелью отношений. Ага. Что? Дизайнер интерьеров. А, вот, пригласить все. Что-то я. Тыплю малёхонько. А, я же это уже сделала. Я... Не... Ну, ладно, для первого заказа, ладно. Так, и чего? Куда ты пошла? Они же там на втором этаже, правильно? Нет, ты будешь выходить сюда, да? А где эти товарищи? Ну, там нежились в ванной. Просто голуби, конечно, гиганты. Так, ты позвонила. Ничего. Вы хотите? Да, я хочу показать лично. С презентацией, показ. Где они? Вот, они все-таки спустились со второго этажа просто, и все. Они глазки будут закрывать? Я же видела. Они вышли. Они прошли мимо ремонта, вышли. И... Я должна сама начинать это все делать, нет? Куда она пошла? Куда она пошла? Куда ты пошла? Ты должна показать ремонт вообще-то. Что? Как его показать-то? Показать результат ремонта. А куда нужно нажимать? Ай. Наверное, как-то... Вот проделанный ремонт. Куда ты пошла играться? Игрунь, это наша. Давай делай презентацию. Им должен, обязан просто понравиться ремонт, потому что нам очень нужен холодильник. Напоминаю. Ханна, у тебя дома нету холодильника, ты не можешь нормально покушать. Давай, презентуй. Та-ра-та-та-та-та. Ну, что-то мотыляются. Давай, показывай. Все, закрыли глазки, пошли. И... Ну, непонятно, что мне зарется. Как-то не, видимо, не понравилось. Печалька. Мне кажется, стало лучше. Как минимум, светлее. Это же был грустняк. Нет? Это только мне кажется. Ну все, окей. Это тоже похоже. Нет, не понравилось. Мне не понравилось, да? Нет. Похоже, не понравилось. Черт, завтра. Давай уже. Хоть как-то задобри его. А что она появилась и исчезла? Она вообще, типа, не хочет принимать ремонт, да? Как-то. Где эта вторая барышня? Надо как-то тоже с ней пообщаться. Ну, она пошла дальше играть. Она вообще не, типа, ну, а ремонт, что там? Никакого ремонта. У меня тут игра недоигранная. Не буду я ничем заниматься.
Ну, давай с тобой общаться дальше. Подними настроение, пожалуйста, и как-то пообщайся с ней, чтобы она нас одобрила. Кстати, уже 2 часа дня. Обалдеть. Продолжаем общаться, продолжаем. Давай жаловаться, абсолютно. Ну, обсуди что-нибудь уже. Хоть что-нибудь. Куда она пошла-то? Как тебе диванчик? Мне кажется, очень красиво. Прям вот эта штучка классная, конечно. Так, давай еще. Еще и еще. Какое-нибудь действие нам нужно. Что, понравилось, не понравилось? Что ты никак не отреагировал-то? Что там дальше? Ага, вот эта лавочка мягенькая. Что? Она о ней подумала. Что? Они взяли пообниматься, а это стоит нервничает. Отлично. Они там общаются. Они обсуждают ремонт, я надеюсь. Такого, какой у нас классный ремонт, как у нас стало просторно, да. Они обсуждали ремонт, видимо. Да, все пришли к единому мнению. Нет? Что-то она плачет. Нет, восторгается. Нет, похоже, ей не понравилось. Нет, понравилось, не понравилось. Что? Так, они обнимаются, это хороший признак. Теперь второе мнение. Она стала между нами. Между ними явно что-то есть. Они не отлипают друг от друга. Давай уже рассказывай свое окончательное мнение. Хочу уже уйти отсюда, я устала делать этот ремонт. Это так нервно. Так. Она что-то тоже плачет. Но это, похоже, хороший признак, да? О, как классно. Да. Все, обнимашки-целовашки, у нас будет холодильник. Ура, ура. Да? Фух, мы даже больше получили. Мы целую 1000 получили, а что это такое? Слушайте, класс. Итак, что ж, все прошло удачно. Кажется, день... Эй, куда-то табличка-то уехала. Что ж, все прошло удачно. Кажется, клиентам очень понравилась новая планировка. Внимание к деталям действительно приносит плоды и для кошелька, и для репутации. И мы, похоже, заработали повышение. Слушайте, прям после первого заказа у нас повышение. Отлично. Ханна получает повышение до должности специалист по оформлению интерьеров. Она также получает премию 370 симолеонов в стопку журналов для дизайна интерьера. Теперь она может находить более сложные проекты по дизайну интерьера с дополнительными нюансами от клиентов. Ура! Мы еще... О, мы можем купить хороший холодильник, потому что она голодная. Так, давайте тогда на завтра возьмем работу. Что у нас здесь? У нас здесь второй уровень, и мы начинаем все заново, да? Давайте посмотрим, что у нас открылось на самом деле новенького. Вот, у нас больше уже вариантов. Ремонт комнаты, ремонт комнаты. А, и все? Серьезно? У нас открылось больше вариантов, но у нас пока только ремонт комнаты и все. С одинаковым бюджетом. Отлично. Пхида или Фирс? Ну, давайте Фирс. Все. Завтра мы пойдем на работу. А сегодня будем отдыхать, кушать, покупать холодильник, выбирать и покупать холодильник. Так что встретимся в следующей серии. Будем следующую комнату строить. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь, ставьте лайк. Пока-пока. Thank you.